Отрасль образования готова к вызовам времени, о чем говорят результаты учреждений. Об итогах прошлого учебного года и планах на будущее по традиции говорят на августовской конференции. На этот раз педагогическая общественность собралась в корпусе школы номер 16 в микрорайоне Жигалово. Открыл конференцию и поздравил педагогов глава округа Андрей Булгаков. Губернатор провел мероприятие, где подвел итоги. Итоги работы соцсферы, в первую очередь нашего образования, и дошкольного, и общего, где впервые за многие годы наша команда учителей, руководителей комитета по образованию вошла в четверку, в пятерку лучших в Подмосковье. Я считаю, что это большое достижение, и за это вы можете именно себе, а не мне, громко поаплодировать. Глава вручил награды от имени губернатора руководителям учреждений за профессионализм. От себя лично Андрей Булгаков отметил лучших педагогов, кто вкладывает душу в обучение и воспитание подрастающего поколения. Если сравнивать с предыдущими годами, то в 2020 году у нас 45% было школ в зеленой зоне, а в этом году у нас уже 85%. Постепенно растем. В год педагога и наставника сделан большой шаг вперед. 18 школ округа полностью соответствуют всем современным критериям образования, а 4 образовательных учреждения в этом году вошли в топ-100 лучших в Московской области. Это школы номер 3, 12, 28 и гимназия номер 6. За плечами огромнейший труд нашего коллектива совместного. Это, наверное, целеустремленность наших выпускников, кропотливая работа наших профессиональных педагогов, вовлеченность наших учеников и способность работать и учиться, поддержка родителей, сопровождение нашего методического центра. Ну и, конечно, прежде всего, это личное участие и внимание к системе образования нашего главы. Собраться вместе – есть начало. Держаться вместе – есть прогресс. Работать вместе – есть успех. Хочется выразить особую благодарность главе города Андрею Алексеевичу Булгакову, администрации городского округа Щелково за поддержку и помощь во всех наших начинаниях, в реализации всех наших проектов. Третий год подряд мы входим в топ-100 лучших школ Московской области. Безусловно, это заслуга нашего педагогического коллектива. Это сплоченность. Это результативность, это эффективность работы, это современные технологии, которые позволяют нашим педагогам обучать детей на столь высоком уровне. Мы говорим о том, что благодаря поддержке Андрея Алексеевича, веры в то, что мы на самом деле со всеми задачами справляемся серьезно, ответственно, мы, конечно, добиваемся больших успехов. Мы поставили такую задачу вернуться в топ-100. Помимо этого, мы на сегодняшний день не без гордости говорим о том, что по рейтингу RAICS мы занимаем 10-е место среди 50 школ по количеству учеников, поступивших в ведущие вузы Российской Федерации. Труд сотрудников учреждений не остается незамеченным, как и личный вклад в развитие отрасли каждого педагога. Год педагога и наставника вы провели блестяще. Это действительно так. Входите в элиту образовательных учреждений, если в целом говорить о образовательном комплексе муниципалитета Московской области. В новый учебный год педагоги вступают с новыми целями и силами, готовясь к долгожданным событиям. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.